Всем доброе утро. Сегодня воскресенье. Я хотела снять большой влог. Скажи привет. Скажи доброе утро. Алекс. Доброе утро. Доброе утро. Вчера у нас тут была вечеринка. Муж мой решил сделать пинаколаду. Вот, купил все ингредиенты. Сейчас мы позвоним бабе и деду. Оказывается, надо было ее еще заморозить, а мы уже это поздно сделали. Ну, в итоге ставили в морозилку. Вот что получилось из этой пиноколады. С колом она встала, сейчас ее надо размораживать. Ну, в общем, не знаю, что мы с ней будем делать. У меня, конечно... Ох, от одного запаха я уже пьянею. Такая резкая. Strong, короче. Он вот такой, короче. Вот такой вот Бакарди. Бакарди Голд и еще какой-то Бакарди Суперир. Это все для пиноколады надо было. Еще там водка, что ли, или ром. Бартендер. Ой, я сейчас буду делать вафли. Я вот такой микс покупаю. Pancake mix, но он и для вафли пойдет. Два стакана смеси, потом воды. И получается очень вкусно. Еще я купила шоколадные чипсы. Я туда шоколадных чипсов добавлю. Вкусненько будет. Вкусная смесь получилась. И там шоколадные чипсы. Сейчас я буду делать вафли. Не падай, не падай. Что получилось? Мягкий такой там чипсы шоколадные внутри. Ну как тебе, вкусно, Алекс? Вкусненько? Ням-ням-ням? Да. А я хотела показать вам посылочку, которая пришла мне с Амазона. Я думаю, где я раньше была? И где я раньше жила? Надо было давно это заказать. Вот это My First Russian Alphabet. Picture book with English translations. Какая классная книжка. Вообще, все на русском и на английском. Двойное, типа, дублируется. Груша, pear... Енот, ракун, жираф. Там на Амазоне очень много выбора вообще русских книжек. Поэтому я буду Алексу заказывать. И мне это вчера только пришло. Флаг российский. Цветы, flowers, шарбол. Короче, вообще я очень счастлива. Я буду Алекса учить. А это, кстати, магниты. И все на русском написано. Интересно, наверное, это... Made in China. Русские магниты Made in China продают в США. Интересно, интересно. Внимание. Все на русском написано. Alex, daddy's downstairs. Так, я приехала в Walmart. Мне нужны продукты, как обычно. В воскресенье у нас это обычно закупочный день для продуктов. Поэтому я сейчас опять же написала список и пойду покупать. Еще я хотела посмотреть там одежки Алексу. В конце лета обычно распродажи очень хорошие на летнюю одежду, поэтому я посмотрю, может что-нибудь будет для Алекса на следующий год. Сердючки резать яблоки очень удобные. У меня металлическая и там... Мне металлическая, и там неудобно ей резать. Мне хочется вот такую. Самый любимый отдел, где продают нутеллу. Здесь разные, кстати, чоколад. Вот это тоже очень вкусный чоколад, чизкейк, хейзлнат. Это вкусная cookies and cream,
масел надо. Студенты приехали, все снесли. Снесли ореховое масло. Ну что это? Дешевый брекфаст и ланч, и ужин. Можно все из него делать. Ореховое масло. Вот разные джемы. Walking Suns, apricot, это апельсин, это абрикос, вишня, теймсон. Что такое теймсон? Не знаю, что такое теймсон. Я заметила, что они мед очень быстро сахаризуется, вообще очень моментально. Поэтому я не люблю здесь хани покупать. Раньше мама с папой липовый мед покупали. Был очень хороший мед. Вот это мы обычно покупаем. Red raspberries. Вот такой вот джем. Вот разные вкусняшки. Обожаю вкусняшки, но они нам не нужны. Мы будем проходить. Кстати, вот различные моющие средства. Мое любимое — это вообще Palmolive. Palmolive вот такой вот. $98. А, это поменьше, который побольше, он $3 стоит. Я стараюсь вообще на распродажах покупать в нашем местном магазине. Продуктовом. Здесь в Нью-Йорке он редко на распродажах. Потом Дон очень популярный. Я запах Дона вообще терпеть не могу. Но один раз как-то в самом складе купила бытью большую. Она у меня до сих пор стоит. До сих пор я пользуюсь. Ну, как бы сказать, приходится терпеть. Вот такая большая. И он дороже стоит. А я обычно большой покупаю вот такой в Sam's Club. Ivory, что такое Ivory, вот это такое не видела вообще. Palmolive, Ajax. Ajax тоже типа популярный. Ну это, наверное, типа нашего. А я еще покупаю вот такие вот каскад. Раньше покупала, кстати, каскад. А сейчас покупаю Sam's Club с Кипром. Какая разница, в принципе? Одни и те же таблетки, но только стоят дешевле. Также моют. Вот стоит распродажа всяких разных специй, ну каких-то goods для baking. Вот, например, 2,25 всего лишь стоит sesame seeds. А вот можно подороже взять, но все равно на распродаже они обычно $8 вот такая штучка стоит. Но если бы мне нужны были, я бы купила, честно сказать. Ой, вот лавровый лист, чили, curry. Кэрри. А, вот, 5,98 стоило раньше. Короче, всякие разные можно и по распродаже специи даже покупать. А вот со сломанными упаковками, типа, сохрани 39 центов, если не хочешь ровный клинокс покупать, вот тебе, пожалуйста. А вот тут этот. В принципе, нормальный такой же хани. Но только нету закрывашки. Ну, хотя... Кому без закрывашки хани нужен? Потом желатин. Что это такое? Суп. Color mist. В общем, всякие разные. О, это, наверное, этот стиратель для стирки. Рассыпано немножко. И сколько это стоит? Сохрани. На 2,23 дешевле, короче. Вот она, моя любимая еда детства. Китайская лапша. Тоже снесли студенты. Всякие разные есть. Чикеновский флейвор. Ой, вот надо упаковочка. 25 центов стоит. Да уж, я ее уже 100 лет не ела. Каких только нету, разные. 88 центов есть. Вон с креветками даже. Hot and spicy. Stir fry. Терияки. 54 цента. На коробку купить целую. За $1.60. Типа там 6 штук. Вау, дешево. Так, я пришла в детский отдел. И сейчас я покажу, какие тут вещи в Walmart продаются. Конечно, Walmart стал делать лучше вещи, но все равно качество у них очень плохое. Она быстро, эта пижама, растягивается. И вот стоимость этой пижамы $8. Можно за такие же деньги в Old Navy или в Gap купить по распродаже. Какая приятная пижама для детей. Nala или Kiara, кто она там. А вот Frozen. У нас, кстати, Frozen выпускает вторую часть. Ой, это Щенячий патруль. Peppa Pig, PJ Masks. Тоже Lion King, Король Лев. И PJ Masks тоже. А вот это тоже новое подступление. Уже с длинными рукавами. Мне вот это понравилось. Приятный такой материал. Сейчас я разверну, покажу. И что, она стоит 4,48. Ну, в принципе, 4,48 приемлемая цена. Ну, вот рубашки. Они с длинными рукавами. Не буду разворачивать. Да, с длинными рукавами. Конечно, материал у них не очень приятный. Я бы не покупала такой ребенку. Она как пластиковая какая-то.
вообще неприятно. О, это с... прикольное. Тоже 4,48 стоит. Что еще тут? Мяу. Мяу-мяу-мяу для девочек. Для девочек мне больше одежда нравится. Мне она кажется приятней. Ой, какая. Тоже с длинными рукавами. Приятная очень. Мягкая такая. А это... это, наверное, эти, как они называются. Точно, штанишки. Штанишки тоже 4,48 на 4 года. Симпатичные. Распродажа, распродажа. Мое любимое место. Ой, иди. На 4 июля, на праздник. Прикольно. Это с 3 до 6 месяцев. Ничего себе, что это за гиганты с 3 до 6 месяцев. Большая такая. И что она стоит? Ой, всего доллар стоит. Это тоже, наверное, доллар, ага. Это, а, это эти джампер. Такой ботик. Ботик там. Заклепочки внизу. Тоже все по доллару, по-моему. Ага, все по доллару, который уже на 4 июля. Шорты. Шорты такие, как будто советские шорты. 3 доллара за шорты. Вы что, смеетесь, что ли? Хоть бы до доллара снизили. Совсем дурдом, а вот мальчишеские футболочки. 3 доллара тоже. Вот доллар, я понимаю, хорошая цена, можно купить. Волбартовский бренд. А 3 доллара, это что-то... кто-то наклейку, что ли, прилепил? Как будто поношенная. Ужас, это что? Тоже, а вот это 5 долларов, это уже, наверное, поновее. Тоже вот девчачий Peppa Pig. Так, костюмчик. Ой, какой хорошенький. Маленький. И такие шортики. 5 долларов. Ужас, 5 долларов. Ты что, с ума сошли? В Walmart'е 5 долларов. Короче, особых распродаж пока нету. Поэтому я еще подожду немного. Еще, наверное, пару недель надо подождать. Вот такой хорошенький, приятный цвет. Сколько она стоит? 5 долларов тоже. Прикольные такие. Но тем не менее. Ну вот 10 размер еще более-менее со шнурками. Но вот совсем маленький размер. Очень неудобно на детей надевать. Вообще в Walmart'е детская именно обувь. Она редко когда удобную находишь. Поэтому, ой, какие хорошенькие. Розовенькие такие, блестящие. Прям прелесть. 8 размер, сколько они? 20 долларов стоит. Она очень быстро обувь здесь портится. Ой, какие тапочки красивые. Разная, конечно. Можно хорошую найти, а можно... Ой, боже мой. Unicorn. Unicorn. Потом вот разные тапочки. Ой, какие хорошенькие. Вот эти такие неудобные вообще. Так неудобно надевать. Всего 3 доллара стоят эти сандали. Тоже, наверное, детям ноги трут. Ой, вот эти какие тапочки. Прям мягкие-мягкие. Я бы такие-то купила. Симпатичный. Sweet Dreams. Пацанячи. А это... так это зимняя. Ой, это зимняя уже. 30 долларов.